Тихвинский вагоностроительный завод – это самый известный завод последних лет. Новый завод, первый, наверное, за последние 20 лет крупный, реально крупный машиностроительный завод в России, который производит железнодорожные вагоны нового поколения. Это именно гордость, что это, да, новый завод, это очень высокого уровня технологичный завод с высоким уровнем управления, менеджмента, автоматизации. Вот все, что говорили, какие должны быть заводы, вот это все ТВСЗ сейчас и есть. А то, о чем сегодня многие говорили, что ключевые проблемы – это менеджмент, организация, это понимание, где ты на рынке и попытка развиваться на этом рынке самостоятельно, то есть занимать какое-то место. В первую очередь, да, мне кажется, проблема в том, что инвестиции именно в менеджмент, в управление, вот в этом не хватает. И второе, конечно, технологии аналогичные.